Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю знакомиться с релизной версией игры Old World. В прошлой серии умер Александр Победоносный, великий король Греции. Взошла королева Греции Фила Новая. Но если вы не видели предыдущие серии, а случайно попали на это прохождение, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Все лучше смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии могут посмотреть сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Что ж, давайте разбираться с нашими проблемами. Я тут добиваю пока этих фракийцев. Правда, похоже, ну вот смотрите, тут опять идет наплыв. Я лучше сразу отойду в город, в Коринф, и стану в защиту. Не в защиту, а полечусь хотя бы для начала. Надо подводить следующие юниты. Наверное, один ход сделаю. Они тут явно будут атаковать. Нету смысла ближе подходить, если я не собираюсь их атаковать в принципе. Так. Новая королева получает 40 экспы сразу. Ну, у нас снизилось количество приказов, естественно. Но, в принципе, неплохая королева. С другой стороны, у нас, конечно, и очков военных меньше стало. Меньше по деньгам. Ну, с деньгами, я надеюсь, станет лучше, когда я вот еще в некоторых городах построю коттеджи. Еще, да, надо как-то разбираться с этим. Так, день коронации. На чем надо сосредоточиться? Значит, тут мы можем получить 150 цивиков, но при этом минус, еще минус по храбрости. Вообще, ну, как бы, в чем идея, почему я сейчас меньше военных очков? Потому что я с помощью Александра довольно много зачистил территорию. Сейчас надо как-то в развитие играть, ставить города и заканчивать войны с теми же фракийцами, например. Так что тут храбрость... Тут мудрость, но минус дисциплина и 60 культуры в пелле. Здесь 100 науки. Минус храбрость, но плюс... Вы знаете, я бы вот это лучше взял. Должно идти к тихой жизни и изучению философии. Потому что, во-первых, дисциплина дает деньги. У нас с деньгами проблема. А во-вторых, 100 науки, я быстрее открою плантации. Я и так уже нормальный правитель, просто ничего. Нет, давайте вот эту. Мы и так, у нас храбрость так себе. А, тут можно на самом деле ничего не продавать. По-моему, игра будет автоматически продавать самый дорогой ресурс. Когда вот, видите, в минус будет идти. Так, ладно. У нас тут чувак закончил обучение коммерции. И он становится либо оратором, плюс к харизме, минус дисциплина. Вообще странно, конечно. Не, я лучше его сделаю строителем. Губернатор или канцлер может... Ага, рабочие могут несколько рабочих обрабатывать улучшения. Да, давайте я его строителем сделаю, плюс 3 дисциплины. Единственное, что у меня все еще только в одном городе можно губернатора. Тут у меня и так сидит Катя, сестра королевы. Угу, мы здесь построили Эксмана. Давайте по дороге. Не зря дороги делали. Тут продолжу дорогу делать, чтобы Эксман сюда быстрее добежал. Так, какое еще событие? Ага, выбрать амбицию. Во-первых, нам надо вот эти амбиции завершить. Но я бараки строю. Вот, к сожалению, скорее всего, Ападану и 6 люксов отправить я, наверное, не смогу. Что здесь? 2 юнита максимальной. А вот я не помню, максимально это сколько. По-моему, 3 уровня тут дается.
То есть, в принципе, это вполне возможно в наших условиях. Ну, давайте посмотрим, какие у нас другие амбиции. 4. 4 куртье. Это кто вообще? Наследники. А тут у нас два их. Двое придворных. Я, кстати, не знаю, как их добавлять, честно говоря. И контролировать 4 специалиста по добыче дерева. Ну, то есть, например, вот у нас есть в этом городе, то есть вот сюда, да? Но у нас вообще ни одного нету. С другой стороны, добывать дерево выгодно. Я бы, наверное, взял вот эту амбицию. Так, а что у нас по семьям? Селевкиды минус. Но я все-таки на лесорубов, на специалистов лесорубов взял бы амбицию. Потому что это просто даже... Так, это я походил. Здесь. Тут, конечно, уровень... Бля, что так слабо? А, потому что они в деревьях. Так, давай этого надо атаковать. Так, во-первых, этим надо отойти. Сюда отойду. Сделаем уровень. Не должны этого убить. Становимся сюда. Атакуем. Атакуем. Не должны мне тут никого убить, мне так кажется. Но надо разобраться с этими. Вообще, я бы, конечно, мир заключил уже с фракийцами. Я их так и не уничтожил полностью, я так понимаю. Они намного слабее. Может, они сами предложат мир? Так, у меня один приказ. Рабочий тут. Да, вообще надо бы начать уже строить коттеджи. Вот тут бы я построил. Значит, мне надо еще два приказа. Сейчас, конечно, надо бы уже поменьше вот эти приказы использовать по той простой причине, что сейчас у меня, ну, покупку приказов, потому что у меня сейчас военных очков мало капает. У меня серьезный минус. Минус 40 очков чисто из-за... Блин, минус 12 дает как губернатор. Блин, у меня все такие нехрабрые. Видите, у меня из-за того, что, во-первых, королева минус 40 дает. Минус 12 дает губернаторша. Вот тут. Дальше минус 2 еще герцог Антиох, а он в правлении, что ли, каком-то? Почему вот он дает? Так как наследники, они тоже влияют на это, нифига себе. Как вот наследники Александра получились такими трусливыми? Прям даже интересно. Так, тут я закончил мечника. Стоит ли мне продолжать? У меня уже плюс один всего лишь по железу. Сеттлеры долго строятся. Ну что, давайте Олимпиаду проведем, потому что она в итоге даст хоть какие-то военные очки. Будет давать. Мне все-таки они нужны. Блин, тяжело. Опять. В который раз жалуюсь. Так, ход Ассирии. Еще у меня много цивиков, надо все-таки это как-то... Я никак не открываю... Блин, больно. Но пока стоит вроде. О, герцогиня Горга умерла. Можем здесь
А что она умерла-то? Вроде молодая была. Можем здесь какого-нибудь еще губера. Почему все такие трусливые? Ну, саму королеву можем поставить вообще-то. И она хоть минус 4 очка дает, но во всем остальном очень крутая. Очень крутая. А так как у нас, собственно, один город с губернатором только возможен, то ее сюда и назначаем. Но она точно не генерал. Вот тут, кстати, должно быть написано, что у нас, что мы конкретно продали. Блин, в Коринфе плюс 40, к несчастью, просто на ровном месте. А что мы продали, вот? Минус 77 по деньгам. Так, ладно. Подходим обстреливать. Тут дорогу и бежит секирщик. Не, я б тут, знаете что, вообще лечился бы. Так, что здесь? У нас три приказа всего осталось. Как думаете, может мне он мне его убить? Так, герцогиня Гепархия вырастает. И чему она будет обучаться? К чему у нее вообще есть к чему-нибудь склонности? Третья в линии наследования. О, наш посол, но она уже скоро умрет, наверное, 63 года. Но можно апнуть, видите. Наверное, на мудрость, чтобы лучше отношения других государств были. Только государств, не племен. Так. Вообще, в принципе, нормальные отношения с другими. Хотя бы Грецию, ой, Грецию, Ассирию обгоняю. Ну, на что ее обучать? Философии. Давайте коммерции. Так, сделал еще рабочего. Наверное, я хочу вот здесь строить еще коттедж. Еще куплю приказ таки. Этим не хожу. Так, и в этом городе, наверное, надо спеца уже делать. Пожалуй, здесь. Так. Блин, всего 6 приказов. У меня, видите, слишком много юнитов оберегают места для городов, поэтому у меня минус 3 приказа просто из-за этого. Ну и вот, конечно, с этим нашествием как-то справиться надо. Так, продажа дерева. Давайте сразу 100 продам. Пока мне дерево ни на что не тратится, в принципе. Я просто не понял, на что, откуда сейчас взялись тут деньги, что именно продалось. Меня это беспокоит, что непонятно. Так, продолжают атаковать Коринф.
Блин, как бы следующим ходом Каринф не пал вообще. Ну, по-моему, пока... Да ладно, убил все-таки. Фак, ну это какой-то... И сразу появился там юнит вообще, сразу же. Олигарх, наверное, это умер был генералом, скорее всего. Черт. Хочется, конечно, лучников открыть, но надо уже какие-то законы принимать. Я тут всего три хода. Да, вот это, конечно, печально. Сразу появился юнит, просто... Сейчас у меня еще Каринфа заберут. Так, ну надо как-то врываться. Этого убиваем. Тут. Наверное, входим. Так. Ваш генерал Гиппострат воевал храбро и должен быть отмечен. Дать ему продвижение, ему 100 экспо и самому эксману 100 экспо, либо отпраздновать. Нет, я ему дам продвижение. Зачем мне? Мне надо прокачивать этих ребят. Так, к сожалению, не добиваю. Похоже. Но у меня сомнение, что они могут Каринф взять. Может тут ремонт сделать? Или могут? Не, по-моему, пока там стоит юнит, даже если стены убраны, то они не берут город. Так, это я что построил здесь? Бараки. Так, три барака, четвертый я здесь доделываю. Не, ну эту мою амбицию точно выполним. Мне надо отсюда сваливать. К сожалению. Блин, мне надо как-то, наверное, с фракийцами все-таки мир заключать, потому что, ну, мне этот... Во-первых, у меня хрен знает, когда еще поселенцы будут. 4, 2, то есть это я поставлю здесь и здесь города. И то тут у меня такие сомнения. Ну, тут придется, наверное, сюда надо будет ставить, чтобы побольше хотя бы не в снегах было. Надо еще один приказ купить. Иначе мне этого... Секирщика, боюсь, завалят. И вот меня очень Каринф беспокоит. Герцогиня Гиппархия очень хороша в математике. В общем, она станет либо инженером, либо столяром. Слесарем, столяр. Либо просто плюс к мудрости получит. Ну, слушайте, она ж не будет у меня, скорее всего, генералом на развитие, так что давайте лучше мудрость. И воспитание наследника. В коммерции у нас уже все есть. Ну, давайте хоть одного тактика, наверное, на будущее поколение организуем. Тут походили, походили. Или купить еще два приказа и начать обрабатывать. Тут просто мрамор. Вообще-то. Будь здорова. Или фермы вокруг. Вокруг коня сделать. Или вообще здесь
поставить шахту, еще железо добывать. Ну, в принципе, мне достаточно железа, потому что я не собираюсь больше юнитов пока делать. Так, конечно, жалко, что я секирщика потерял. У меня везде олимпиады проходят. Не, ну ладно, если уже тратить ходы. Ладно, куплю два приказа. В итоге у меня минус 7 приказов. Дополнительный появился, потому что у меня больше этот не держит это место. Ну, сейчас интересно, падает Каринф или нет. По-моему, не должен. Да, но вот следующим ходом он точно упадет, если ничего не сделаю. О, король Мамеркус Рима умер. Теперь новая королева Луцилия. Может быть, мы сможем найти общий язык. Плюс 150. Ну, вроде как было, так и осталось, честно говоря. Так, тут мне явно надо поменять местами мечников. Блин, почему он так встал, что кто-то да убьет, мне кажется. То есть мне надо сюда поставить все равно здоровый... Да, давайте этим сюда отойдем. Этим сюда станем. Так, там вроде никто не догоняет. Тогда просто прокачку дадим. О, против племен. Этот просто пока стоит. Этот просто пока стоит. То есть, даже если город теряет стены, давайте еще раз поставим их ремонтировать, он не захватывается, пока юнит внутри. Не потерял все хитпоинты. Так, этого апнуть. Против наездников нет, против... Да, против племен. Апнем. А чё я так далеко? Мне надо было тут остановиться и вылечить его. Ой, блин. Тупанул. Факт. Нет, чтобы посмотреть, что тут не надо больше, что я не могу больше Хэмлет строить. Зачем я купил приказ? Олимпиада проведена. Давайте, наверное, сделаем прачника. У нас просто тут теперь есть немножко военных очков. Вообще, кстати, и трежери было бы неплохо. Ну, сначала прачника здесь. Именно в этом городе. Так, ладно, раз у нас один есть приказ, то надо все-таки этим... секироносцам как-то уходить постепенно. Да, я могу плантации строить. Окей, вот тут сейчас закончится строительство. Пойду в плантации. Тут плантации негде. Тут... Блин, что-то я как-то думал, что у меня плантация... У меня только в этом городе все в Кротоне плантации, да? То есть надо мед... Ну, сначала вино, наверное, даже, потом мед. Ой, тяжело.
Может, он рабочего проатакует. Нет, они видят цель и к ней идут. А их цель — это город. Так, все, тут дороги проведены. Буквочка V открывает вот это зеленое. Это показатель, как дороги сделаны. Так, вот есть посел. Надо... Ну, наверное, все-таки сюда сначала. Туда мы отправим посел из Кротона. Так. В своих исследованиях тактики, изучениях тактики, Арембас нечаянно развязал войну. Громко спросив вас, может ли он тренироваться с лучшим генералом, Гиппострат и Мельтиад послушали и подслушали и предположили, что он имел в виду. Теперь вы попали в ловушку, когда два генерала подходят через комнату. Гиппострат идет слева, Мельтиад справа. Арембас осознает опасность и следит за вашей реакцией, наверное. Или что вы скажете? Как вы выберетесь из этой непростой ситуации? Я тут причем, я вообще... У меня минус 4 к силе. Короче, независимо от этого, один к нам хуже станет относиться, другой лучше. Кого мы хотим, чтобы хуже относился или лучше? Вот этот менее храбрый. Давайте пускай он хуже относится. Гиппострат. Так, давайте. Так, изучение коммерции. Герцогиня Гиппархия будет либо командиром, либо... Как агент и спаймастер. Нет, давайте командиром. Или, кстати, вот на посла у нас, я думаю, скоро освободится место посла. Блин, слишком старый, ушел на покой. Так, кого? Ну, тут кулдаун, мы пока не можем никого выбрать, на самом деле. У нас 5 приказов. Этого отправляем добывать вино. Причем тут такая система, просто я вам заранее говорю, чтобы вы имели в виду. Когда я построю плантацию, вино не будет добываться. Я буду получать 2 культуры и 5 еды, но чтобы вино добывалось, мне надо будет там специалиста еще посадить. Так что это чисто начальный ход просто. Так. Новый Хемлет появится при увеличении культурного уровня города. То есть не скоро, на самом деле. Тогда, может, еще бараки... А, слушайте, я тут не бараки строил. Еще я решил, что я тут бараки строю. Во, прикол. Так, ну давайте тогда тут бараки строить вот здесь. Мне нужны бараки в любом случае. Блин, опять надо приказы купить. Мне надо хотя бы... Да, но мне надо сюда вернуться и еще одним приказом лечение сделать. Так, этот может стоять, может стоять, может стоять. Опять ремонт. Так, в Пеле я сделал поселенца. Ну, что тут думать, у нас как бы амбиция на лесопилке в Дионе.
А, тут я Олимпиаду закончил. Давайте, может, сокровищницу тогда. Плюс еще профессиональную армию можно будет принять. Так, ну пока все. Очень мало приказов. Надо, кстати, еще пастбище поделать. Вот тут надо будет еще пастбище. Это пол приказа еще сверху. На самом деле. Рим конвертнулся в язычество римское. Блин, постоянно хочется румынское говорить, не знаю. Наш отец умер. Ну да, у нас, кстати, мы же перепрыгнули, получается. Это внучка Александра. А дочка Александра умерла еще до... Так, олигарх умер. И новый олигарх теперь глава аргидов. Ой, сейчас наш наследник будет обучаться. О, дурачок. Какое-то событие под названием «Дурачок». На вершине холма, одетый в лоскутное одеяло из тряпок и чулок, стоит любопытная фигура, называющая себя Пилачи. Этот самопровозглашенный дурак, шут и негодяй из далекой страны Египта, из которой он недавно уехал в поисках работы. Наши разведчики не уверены в этом необычном персонаже, хотя находят его выходки восхитительными. Это мы с Египтом сконтачились. Во-первых, мы можем этого Пифачи ко дворцу. И получим министра раз и 4 приказа. Но в будущем это ведет к чему-то непонятному. Либо просто нам неинтересно, выкидываем его 20 экспы. Или можем использовать его на полях. Получим рабочего в Пелле. Ага, еще за счет шарма он будет моим приватным учеником в искусстве шутки. Слушайте, это интересно. Плюс еще к харизме. И он опять же ко двору, но тоже ведет к дальнейшим. Давайте, раз у нас есть такая возможность, пускай добавится ко двору. Так, мы открыли риторику. Теперь опять к законам идем, потому что у нас очень много цивиков, нам некуда их девать. Надо принимать что-нибудь, кстати, можем... Не, идем сюда. Тирания или конституция. Кстати, а это... Подождите, у нас это было какое-то... Почему... А, гарнизоны! Мы сможем губернаторов в города сажать. Гарнизон надо будет строить. Да, идем туда. Во-первых, принимаем исследование или эпик. Так, 10 культуры, если убит юнит. Не получаем дополнительное содержание юнитов за границей. Скауты могут по воде перемещаться. Блин, мне бы вот это, конечно, сейчас хотелось, что мы убиваем юнит, но с другой стороны, у нас не так-то и много сейчас юнитов убить. Это вот было бы классно, когда мы за Александра играли. Сейчас, наверное, исследование, тем более это повысит селевкидов мнение. И в наших границах, точнее, за границей не будет больше содержания у юнитов. Приняли. Кинус другие законы, что-то я уже подзабыл. Свобода плюс наука во всех городах. Ага, а это от столицы больше дает. Так, а что я еще открыл? Форум. Возможность строить форум. Кстати, тоже классная штука, это тоже науку будет добавлять. Так. Этого отправляем железо добыть сначала. Наверное, атаковать сюда будем.
что этот в кустарнике стоит, а этот вроде... А это тоже в кустарнике. Так, этим стоим пока тут, даже полечусь. Так, еще один. С деньгами более-менее решаем вопрос. Тут идем сюда. Плантацию. Не плантацию, в смысле пастбище. Так, а почему недоступно? Как... А, тут надо этот, еще один. Ну, надо. Тут надо вырубить кустарник, это плюс один приказ получается. Пускай. Ну, пожалуй, видимо, все. Блин, мне надо поселенцам походить вообще-то. Я забыл, что у меня еще поселенец есть. Ну, покупаем три приказа. Чем быстрее я город поставлю, в данном случае мне экономить военные очки вообще бессмысленно, как мне кажется. Дополнительные города. У меня с селевкидами минус 62 и уже с алкаменидами минус 5. Это в лесах. Ладно, я, наверное, выйду. Так. Этого проатакуем. Этого убьем. Делаем. Что за события? Опять греческое обучение. В общем, вот это вот все. Арембас познать. Так, он вообще у нас кто? Просто храбрый, да? Познать себя, дисциплинированный. Давайте храбрым. Или дисциплинированным. Храбрый, дисциплинированный, самое то. Сын как отец. Это, кстати, наследник. И он становится жестким. Минус к харизме. Жаль. Но при этом... А, нет, праведным стал. Праведным стал. Зашибись. И это как наследник трона. Мне кажется, это круто. Так, 4 приказа. Давайте думать. Ну, мне кажется, тут нечего думать. Надо сюда ставить город, поближе туда, чтобы было больше захватывало. Так что сюда. И это у нас будет, наверное, нет, алкинидов есть. Этих есть. И, наверное, селевкидов. Тут селевкидов, а этот потом сделаем алкменидов опять. Поселенцы Тессалоник счастливы знать, что их новые дома основаны в благоприятное время в соответствии со словами наших прорицателей. Это задание было основать город, кстати. Плюс 40 к культуре. Ну, я сразу, наверное, на рабочих. Так. Тут плантации делаются. Может, мне туда перекинуть лучше этого рабочего? Так, этот сделал. Наверное, давайте вот сюда перемещать. Или лучше сюда перемещать к этому. Чтобы еще лесопилки сделать. Тут я бы сделал побольше лесопилок, и столица была бы у меня... Королевством лесопилок. Кстати, каждый город добавляет, видите, содержание. Поэтому у меня минус по деньгам такой. Это, кстати, система из четвертой цивы по содержанию городов. Если в пятой это
каждый город это просто минус к несчастью было, то в четвертой содержание городов увеличивается за день, денег все меньше и меньше. Так, тут я Слингера закончил. Ну, давайте... Давайте, наверное, сокровищницу, а потом форум. А, слушайте, форум не науку дает, а цивики. Это, кстати, они поменяли. Раньше не так было. Ладно, сокровищницу. Сначала просто сокровищницу. Давайте торговую миссию, может, кому-нибудь отправим. Вон, в Египет. А где вообще Египет? Там Персия. Это Ассирия. Карфаген. Хм. Я вообще города Египта не вижу. Ну, все равно... А, блин, два приказа требуют. Фига себе. Эх, ну, слушайте, хотя бы наравне с Ассирией и обгоняем Египет по очкам. То есть просто у меня в соседях самая крутая цива тут, судя по всему, Рим. Хотя мы еще как бы не встретили Персию и Карфаген. Так, ваш брат все чаще становится злым, поэтому жестким. Герцогиня Хипархия плюс к харизме. Ника Оратор умерла. Блин, с алкаменидами надо как-то улучшать отношения. Так, наконец-то еще один посел. Сюда ведем. Поставлю город, займусь развитием. Уже хватит расселяться. Хотя, с другой стороны, мне даже уже некуда будет расселяться. У меня вот осталось вот это место. И тут исследовать. Мне надо как-то туда еще скауты перебросить. Для исследования. Когда Римбас закончил свое обучение тактики, мы... Кто он должен быть при правлении? Шиммер, блин. Кто это такой, хрен знает? Честно говоря. Агент, видимо. Не, подождите, Шиммер. Планировщик. Планировщик. Ну, а Азиалот это фанатик. Так, он может быть неплохим спаймастером. Это плюс 4 к мудрости, но минус 1 к храбрости. Ну, в принципе, он и так храбрый. А это, наоборот, минус к мудрости, но к храбрости. Плюс, может, его все-таки фанатиком сделать, чтобы генерал был неплохой? Наверное, да. У меня есть кого... У меня просто некого, в принципе, некуда отправлять там в губернаторы, например, да? Добьем этим, потому что тут генерал находится. Чтобы он прокачку возможную получил. Не получил. Так, лечимся. Лечимся. Чему наследника обучать? Он у нас праведник. Это означает минус к несчастью. Когда будет лидером, минус к несчастью во всех городах вообще. Ну, раз праведник, может тогда мудрость? Ваш сын, принц Симон, любит природу и проводить... Времена на улице. Так, к чему он может учиться? Рыболовству. Она учит терпению. Высаживанию, ну, фермерству, не знаю, плантинг, высаживать растения. Это концентрацию учит. И ухаживать за животными учит состраданию.
Но это наследник, да? Во всех городах лагеря и сети плюс 50% к выхлопу. Лесопилки и плантации к выхлопу. Ну, то есть это когда он королем станет. Фермы и под... У меня всех прикольно. Но мне, наверное, нравится либо это, потому что не скажете, что мне прям дерево и еды прям сильно надо, много. А вот это будет золото давать плантации, понимаете? А это будет давать пастбища... наверное, давайте все-таки на плантации. Мы их построим к тому моменту, как он станет королем. Вот этот рабочий может что-нибудь сделать. Я бы, наверное, его сюда на ферму отправил, потому что тут соседство. Вот ферма там 8 будет давать. Там соседство от пастбища и соседство от реки. Так, конечно, мне тут игра предлагает и здесь шахту сделать. Ну, вообще, тут как раз ферму и предлагает делать. Ну, вот еще пастбище. Вот мы сначала ферму здесь. Я даже не буду сейчас покупать приказы. Так, тут надо... Давайте, наверное, сокровищницу сначала, а потом лесоруба. Блин, дороже всего дерево стоит. Вообще без проблем будет его продавать. Не буду покупать приказы пока. Следующим ходом ставлю город здесь. Неизвестная цивилизация. Мы встретили персов. Наши разведчики повстречали путешественников из чужой страны. Хотя они говорят на странном языке, эти мужчины и женщины кажутся безобидными. Они хотят поприветствовать ваш народ и наладить отношения. Можем ли мы рисковать безопасностью нашей страны? Первый вариант – избегать их, так как врагов у нас достаточно. Второй – взаимодействовать с ними и свободно делиться. Первое – даст нам 3 приказа. И 20 экспы королеве. А второе даст 10 культуры в парсе. А, и Персия плюс 20. Блин, с Римом мы встретились. Они там отравили наших этих. А как у нас сейчас вообще? Просто вот при встрече с Персией, как отношение? Минус 60? Не, давайте я лучше приказы возьму. Ну ее нафиг. Персию... Так, это предложение о торговле ресурсами от данов, но у нас, судя по всему, нету денег, чтобы с ними торговать. Поэтому нет. О, что-то какие-то события с дурачком происходят. Событие называется «Искусство управления». Помимо учебы, Симон следил за вами на собраниях и в ваших обязанностях, чтобы научиться искусству управления. Вы попали в ловушку длительной и скучной встречи с делегацией старейшин Каристоса, которые просят назначить губернатора для наблюдения за городом. К всеобщему удивлению, Симон вызывается высказаться, предполагая, что либо дурачок вот этот, либо бывший фракиец могли бы стать хорошими кандидатами на эту роль. Симон берет ответственность на себя, но не рано ли для него? Так. Ну, мы можем ему сказать, что ему слишком рано решать, кто будет губернатором. Он ко мне похуже станет относиться. Кстати, Симон, это да, это наш наследник. Ну, в принципе, вы знаете, дурачок-то неплох. Он оратор и может ускорять проекты с помощью приказа. Ну, хотя это вряд ли он сможет. Правда, ведь у него он дурачок, минус 20% к науке, но в этом городе и не так много
науки. Хотя нет, давайте, может, лучше фракийца. Что? Я бы фракийца поставил. Так уж и быть. Потому что там все-таки дурачок совсем как-то странно. Зато улучшили отношения с наследником. Так. Ставим город. И это будет у нас алкаидов, да? Алкминидов. Тайгу какую-то открыли. Теперь лечим юниты. Тут барак сделан. 4 из 6, еще 2 барака. Ну, я бы здесь один ставил и здесь один ставил просто, и все. Еще 12 ходов. Очень вряд ли мы Ападану... Ну, просто даже сама Ападана долго строится. И 6 люксов семьям тоже очень вряд ли. Поэтому давайте еще один барак. Это у меня 2 города производства юнитов будут, вот эти 2. И на них специализацию, собственно, и делаем. Так, тут мы ферму. Так, а вот тут бы я, наверное, кстати, дорогу провел между Карцирой и Кротоном. Ну, вообще, предлагают... Давайте, наверное, шахту начну. Точнее, сделаю шахту, и потом поведу отсюда дорогу. Шахта никогда не помешает. Так, что в городах? Сделали лесоруба. Давайте сокровищницу. И потом опять лесоруба. В Карцире мы погонщика создали. Еще 2 жителя. Сокровищницу. И сюда погонщика. Или лучше сюда. Сюда, наверное, лучше. Тут фермы на реке и вокруг них. Сюда потом. И Аргос просто новый город. Рабочий. Два приказа еще, кайф. Так, лечим этого, значит. Там все вылечены. О, это персидские какие-то кони через Вавилон проскакали. Один приказ. Тут, конечно, вот надо обработать. Я вот тут решу все проблемы с золотом. Видите, когда шахта будет плюс 40 денег, потом тут еще плюс 40 денег, потом здесь еще эти драгоценные камни. Тут вообще кайфово. Это вот место для города, но мне кажется, тут нету смысла ставить город. И тут место, ну, как-то странновато. Тут мы потом дотянемся до серебра. А, вот кого еще надо вылечить. А где у нас скаут стоит? Вообще, у нас есть скаут или убили уже? По-моему, должен был быть какой-то один скаут, нет? Да, есть, вот он. О, блин, мне бы в ту сторону исследовать, конечно. Ладно, давайте вылечим прачника. С фракийцами хочется разобраться уже окончательно. Интересно, что Даны, по идее, еще есть. Я так понимаю, что с ними Рим еще не покончил. Перемирие у Рима с фракийцами, хотя они в войне были. Хороший вкус. Наши жители имеют хороший вкус к еде.
декларируется от встреченных послов. Согласен ли ты заключить мир с Египтом, чтобы мы могли торговать? Можем, кстати, 340 еды потратить, чтобы улучшить даже отношения, но, мне кажется, не стоит. И так 100. Так что давайте просто мир заключим. Так, 9 приказов. Тут у нас пошли... Хочется еще, на самом деле, этот сделать... Но я бы мед сначала обрабатывал. Еще один коттедж сделать. Потому что это все деньги, деньги. Так, а здесь после сокровищницы мы, конечно же, будем... Конечно же, будем вино присоединять. Так, ну что, всех полечили. Не знаю, подходить, обстреливать. Нет, лучше, наверное, пойдем секирщиком вперед. Вот тут дороги нету, все медленно. Конечно, дороги нужны, все нужно. Все нужно, и этого ничего нету. Сокровищницу построил. Блин, форм или юниты тут строить? Нужны ли мне... Наверное, все-таки стоит построить как минимум прачника здесь. Там же я тоже сокровищницу строю. И тут прачник есть, например. Так, на всякий случай. И тут стены, по-моему, даже есть. Давайте, пускай прачник будет. Это мы защищаем рубежи. Пойдем тут с фракийцами потом разбираться. Три хода барак, и потом сюда перебегаю и строю еще один барак. О, пошел вперед все-таки. Вы известны как филостроитель. Ну, каменщик, скажем так, строитель, все-таки билдер. Карфаген начинает мавзолей строить. О, посол умер. У меня там был для посла. Во, в канцлера надо идти. Так, во-первых, назначаем посла. У меня там, по-моему, кто-то был крутой. Да вот как-то не вижу. Вот единственное, это 6... цивиков дает, а все остальные минус к росту городов не хотелось бы, честно говоря. А вот это, кстати, 20 отношения племен и плюс 2 к росту города, наоборот. Давайте этого назначим. А что с по семьям? Блин, мне бы кого-нибудь из селевкидов, оба селевкида так себе. О, вот у нас вообще наследник, ну, одна из семьи, 110, вот это вот назначаем. Два цивика будет, да, 10 отношений зарубежного, 20 отношений племен и плюс 3 к росту. Вот эту ставим. Так, что мы сейчас открыли? Конституция или тирания? 20 военных очков вход, все города, в которых есть юниты на территории, 10 монет дают. Но содержание цивиков. Конституция.
во всех городах минус, к несчастью, одно, но, вы знаете, я тиранию возьму. Потому что у меня, во-первых, много юнитов, которые смогут давать... О, сразу плюс 18 стало. Так, вообще, что мы открыли? Где я это открыл? Вот. А, гарнизон можем строить. Так, надо начинать еще гарнизоны строить. Так, смерть посла, это мы уже сделали. Позиции его матери. Представители Академии прибывают ко двору с вестью о принце Симоне. Он чувствует себя хорошо и, к сожалению, оказывается таким же застенчивым, как его мать, королева Фила. То есть он получает минус один к храбрости. Ну, что поделать. У матери вообще минус 4. Блин, урок дурачка, блин, этого. Что-то какую-то фигню, что ли, он опять утворил. Не дай бог. Ну, тем не менее, прикольно. Неоднократно обнаружилось, что придворный дурак учил королевских детей. Его уроки – бросать навоз в головы знатных семейств, покрывать стены дворца оскорбительными каракулями и кататься на козлах по улицам Пеллы. Несмотря на его приятное поведение, шут, возможно, придется изгнать. Он просто милый шутник. Скажите королевской страже отказать ему и 40 ударов плетью дураку. Это приведет к дальнейшим событиям. Тут все 7, если мы его изгоним, плюс 20 к нам. А 30 ударов еще и минус 3. Нет, давайте лучше плюс все 7 к нам лучше станут относиться. Изгоняем его. Осеннее равноденствие. Сейчас осень, и прохладный свежий воздух касается вашей кожи, дразня вас долгими ночами и зимними холодом. Ваша семья и придворные собрались, чтобы отпраздновать осеннее равноденствие и обильный урожай в этом году. Тьма растет с каждым днем, и скоро свет отступит, но сейчас между солнцем и луной существует радостное равновесие. Как мы должны запомнить этот благословенный день и... так сделать, чтобы будущие потомки могли насладиться тем же. Мы должны построить безопасное убежище, ибо только в безопасности мир. Амбицию начнет построить Акрополь или построить Коллос. Так, что дает Акрополь? Блин, не написано, как всегда. Но это вот зря они. Это приходится идти к рабочему, открывать чудеса. Значит... Акрополь плюс 8 культуры. Все городские улучшения получают какой-то бонус от соседства. Игнорируются. В смысле, что вы можете их везде строить в городе, а не обязательно рядом с районами. И плюс 2 в год от религии. Ну, у меня религии нету, по идее. Так, Акалос плюс 2 цивика, плюс 8 культуры. Увеличивает границы, увеличивает торговую сеть. И новый уровень всем новым юнитам. Плюс один уровень всем новым юнитам. И все города, если соединены, еще плюс 20 веков. Но мне Колосс больше нравится, правда? Я что, опадану, что Колосс, может быть, хрен построю. Так, этот железо построил, идет сюда золото строить. Плюс 40 денег просто, вау. Я думаю, тогда этим мы гарнизон сделаем. Вопрос только где. Игра предлагает здесь. Хорошо, кто у нас еще тут из рабочих? О, я могу в этом городе еще один коттедж построить. Ну давайте, наверное, здесь гарнизон. Это мне надо с
Сколько вообще приказов? Раз, два, три купить. Девяносто камня, кстати, строительство. Так, ну тут больше приказов нет, поэтому я ничем ходить не буду. Здесь. Ну, давайте еще пращника. Я буду постепенно... То есть у меня... Я получаю деньги от того, что юниты стоят внутри городов. Ну, это не обязательно, кстати, в центре, это просто в границах, чтобы они были. Так, здесь я рабочего закончил, да? Надо ли мне чинить стены, я вот думаю. Мне кажется, нет. Лучше сразу спецов сажать в шахты, потом на добычу золота. Сейчас еще губеров будем везде размещать со временем. Ну, слушайте, я думаю, что на этом можно серию завершить. Как вы думаете? Я понимаю, что медленно идет, медленные ходы, но я на самом деле трачу очень много времени на запись каждой серии, потому что мне приходится переводить вам все события происходящие. А чтобы четче перевести, сами понимаете. Вот, и мне довольно тяжело записывать. Если в отличие от Цивы там час это час, то тут час очень даже не час вообще никак. Итак, прибыли новости из-за рубежа. Королева Ассирии... Ух ты, королева Ассирии-то у нас не умерла, а она была убита, судя по всему. Нет, сорян, не убита, а отреклась от престола. Отреклась, и новая королева теперь Балихити новая. Кстати, это была не мудрая, но храбрая, а это у нас просто храбрая. Герой и дисциплинированная. Немножко харизматичная. Так, в Персии персидское язычество. Вавилон начал строить Акрополь. Посещение Балихити, то есть это королева Ассирии, решила... Так, слухи говорят о том, что... Ну, ладно, слушайте, давайте уже в следующей серии все-таки опять я начинаю. Спасибо, что смотрите. Спасибо за поддержку всем, за комментарии. Ваши впечатления, надеюсь, читать, конечно же. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!